Ну, только ребята сегодня снял о том, что въезд платный. Сразу же приехали сюда в Федеральную службу приставов, подняли шлагбаум, и въезд стал бесплатный. То есть все теперь могут заезжать спокойно. Не знаю, насколько это продлится, но вот вам, пожалуйста, такая информация. Ну, вот та самая кукуруза, которую сеяли, решил я вам поближе показать. То есть можете увидеть, что она взошла действительно на песках, и здесь можно реально что-то выращивать. То есть, кто помните, смеялся, говорит, да что тут вырастет, не вырастет, выросло. Вот вам, пожалуйста, машина уже спокойно заезжает и паркуется. То есть без всяких там 300 рублей, шлагбаум просто подняли, и все. Вот так вот, пишите, что вы думаете.